Человек, который на сегодняшний день называет себя Путиным, который вот все знают его как Путина. Действительно ли у него день рождения? 7 жовтня. Жовтень – это октябрь. Ой, все, кто занимается Таро, хоть как-то около этого, прекрасно понимают, что если на четкий конкретный вопрос выпадает перевернутая карта, это ответ больше нет, чем да. Я сейчас мягко выражаюсь, да, это скорее всего нет, чем да. Это первое. Второе. Король мечей перевернутый – это давно свергнутый правитель. Это человек, который потерял свое положение. Причем, когда выпадают перевернутые фигурные карты, такой быстрый экскурс в мир Таро, то 99% – это люди, которых с нами нет. Или люди – максимальные вредители. Но если они живы-здоровы, то они выпадут в прямом положении рядом с картами негативного значения. Значит, еще раз. У Путина ли день рождения 7 октября. Все может быть, но только это не тот Путин, которого мы сейчас с вами видим и знаем. Так, про эту дату говорят карты. Люди, рожденные в этот день, конечно, это вообще не всех касается, абсолютно не всех, это такие люди с сюрпризом. Какой сюрприз из них вылезет и в какой промежуток времени, непонятно, хороший или плохой, но это такие люди с сюрпризом. Это по поводу даты. Теперь, готовит ли Россия что-то неожиданное в нашу сторону? Готовится провокация, об этом тоже я говорила не раз, она уже готовится внутри страны, у нас есть враги внутри страны, мы об этом с вами говорили, они ближе к нам, чем мы себе можем представить, но наши ребята взяли под наблюдение этих людей, больше я ничего не скажу.